Всем привет-привет! Привет-привет, ребята! Мы на канале Софии Эллис Лайф. Не забудьте подписаться на наш канал. Поставить нам огромный пальчик вверх. Потому что у нас впереди очень много интересного. А что сегодня у нас интересненького? Сегодня у нас интересный вот такой вот огромный шар в коробке, да? Лол Сюрприз Бигги Пэтс у нас сегодня. Ну не простой Лол Сюрприз Бигги Пэтс, ребята, а огромный. Он в 3 раза больше обычного. Кроме того, он еще необычен тем, что это сюрприз Барби. То есть это Лол Сюрприз от Барби. Там питомцы необычные, Бигги питомцы большие, да? А питомцы нашей любимой Барби. В наборе у нас будут очки по всем правилам, да? Коробки Лол Бигги Пэтс, там будет шар, очки, и в шаре это будет один большой питомец куклы Барби и 2 или 3 маленьких, да? Кроме того, очень много аксессуаров. Кстати, я еще хотела добавить, что сделала я для Софии этот сюрприз сама, в магазинах вы такого не найдете, поэтому не пишите, пожалуйста, в комментариях, где такой можно купить. Такой купить нигде нельзя, это такой эксклюзив только у Софии есть, да? Открываем? Так, открываем. Тащи, что там есть. Что это? Это подсказка, Софи, да? Но мы ее пока без... Пока мы шпионские очки не найдем там в коробке, мы не сможем подсказкой воспользоваться. Как вытащить шар? Тащи шар. Так. Вот такой огромный шар. И что-то там еще. А ну, внутри что-то там еще тащи. Ребят, давайте развяжем. Софи, тащи, там внутри коробки еще. Вытащи что? И мы коробку уберем, чтобы она не мешала нам. Таких еще не было. Да, коробку убираем и открываем очки. Да. Вот такие вот очки. И Софи сейчас их оденет и прочитает нам секретное послание. Вот такой, кстати, розовый шар с бантом, вот таким красивым. Их хвостик как будто здесь. Так, ну рассказывай, что тебе там видно? Это косточка я вижу. Косточку ты видишь, и что там еще? Сердечко, да? Да. Ну, как ты думаешь, раз косточка и сердечко, что там может быть за питомец с косточкой? Не знаю. Наверное, собачка, раз косточка, да? Вот такие давай очки ребятам покажем со стразами. А Софи пока бантик уже там развязывает. Вот такие очки. Так, давай. Очень же интересно, что там, да? Какой же там питомец Барби, который любит косточки? Софи сейчас нам вытащит, что там сверху лежит. Ой, тащи. Ой, что-то большое, да? Что же это такое, девочка моя? Это сумка Барби. Я так подозреваю, что она для переноски щенка, потому что, смотри, тут щенки везде нарисованы. Так, открываем замочек, да? В сумочке ничего там нет? Какая вместительность. Соф, у тебя теперь сумка будет, представляешь? Можно в садик с собой брать что-нибудь. Одежду, как к бабушке в гости поедем, можно собрать вещи свои, да? Вот смотри, какая вместительная, большая, классная сумка. Так, здесь специальное отделение с прозрачное, видите? Сумочки. И тут... Софи, какие классные. Там действительно косточка. Да, косточка. Ой, какой, смотри, пончик. На нем Барби, по-моему, даже написано. Это же набор доктора. Ты теперь будешь доктор, ветеринар, будешь лечить питомцев, которые там попадутся. Ну-ка, показывай, что там есть. Ой, вот тут просто с пластырем заклеить. Это пластырь? Ага. Ух ты, здорово. Смотри, он на липучке. Или это ошейник такой ветеринарный? Мне кажется, это такой ошейничек. Смотрите, какой классный. Так, это что тут? Стетоскоп. А вот это бутылочка. Барби значок. А, какая классная. И полище. Так, бутылочка Барби. Полище. Это ушки, да? Проверять. Ух ты, укольчик даже, да? И косточка. Укольчик Барби, смотри. Это, наверное, для питомца, да? Это косточка классная такая. Можно покормить щенка. Да, можно покормить. Ну, ты уже уверена, что там щенок попадется, да? Ну, тащи. Щупай кто-то. Ой, да какая же мимимишность, ребята. Так, еще и девочка, смотри, с бантиком. С розовым ошейником и бантиком. Давай ребятам покажем. Ой, у меня сейчас мимимишность. Просто мимиметр зашкалит. Смотрите, какая нёсочка. Боже,
какие глазки хорошие. Давай мы ее включим сначала. Она же интерактивная, смотрите. Вот тут, наверное. Ой! Ой! Ой, она гавкает. Давай ее лапку освободим. Класс. Возьми ее на ручки, ты же теперь ветеринар. Классная, да? Пончик кушает. Класс, да? Ой, ну какая милаха, боже мой. Мне вот, если честно, ребята, Бигги Пэтс в Лол Сюрпризе немножко не нравится тем, что они, ну, как бы твердые на ощупь. Да, да, они, ну, они... Мимимишность. Да. А наша вот эта мимимишность, она мягенькая. Она такая мягкая, хоть и интерактивная. Это просто здорово. Даже с ней спать. С ней спать можно. А учитывая, как... Супа щенков обожает, я представляю всего. Теперь, наверное... Это будет любимая игрушка, да, твоя? Ну что, тебе понравился щенок? Да. Это самый большой питомец, судя по всему. Там еще должно остаться несколько маленьких. Давай, может, кстати, укольчик попробуем сделать. Ну, заболел. Он боится. Боится? Ну, туда не будем лучше. Тогда лучше проведи осмотр. Да, лучше осмотр проведи. Послушай, как там у нее сердечко. Ребята, вы напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы считаете, что она еще умеет? Вот мы узнаем, что она гавкает, нюхает, плямкает, кушает, когда ей даешь пончик или косточку. У нее светится ошейник, да? Что же она еще, интересно, умеет? Классно. Пончик такой аппетитный, я бы съела его. Ушки можно проверить, смотрите, ребята, ушки. А Софи кормить любит очень, да? Так, ну что, давай посмотрим, какие-то маленькие питомцы есть. Давай. Посмотрим, давай. По одному доставай, остались там еще сюрпризы. Так, вот какой сюрприз Барби. Что там, маленькие питомцы, да? Так, ну что, открываем, Софи? Тоже собачка. Ой, какой-то бульдог, что ли? Нет никакого вкладыша. Вкладыша нет, просто собачка, да? А покажи нам. Почти как бульдог. Почти как бульдог, да. Мне кажется, по-моему, это бульдог, ребята. Ну, как считаете, напишите в комментариях. Пушистик такой, пушистик. Так, ну, смотри. Привет, привет. Так, ну что, там еще должен быть один или два. Сколько там? Один сюрприз, последний остался. Да, последний, там больше ничего нет. Что там? Ух ты! Ой, какая милашка! Она что, в коробке сидит? Она бездомная. Бездомная? Нет, мне кажется, она раз в такой красивой коробке сидит, еще и с бантиком, она, мне кажется, не бездомная. Ну-ка, давай. Ее кто-то бросил, наверное. Да, маленькая. Тебе что, кто-то бросил? Но мы ее заберем домой, да? Да. Вот она какая тоже девочка. София сегодня одни собачки. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как нам назвать нашу девочку. Вот смотрите, вот такая у нас вместительная сумка, в которой вот, кстати, эта вот девочка может сидеть. Ее с собой можно брать. Вот так вот она сидит. Смотрите, ее можно брать с собой на прогулку, куда угодно. А все аксессуары сложить вот в это вот прозрачное отделение, да. А мы еще, кстати, с тобой вот этот вот ошейник не одевали, да? Давай оденем. Ребят, напишите в комментариях, для чего этот ошейничек голубой, что это такое? Это у тебя шея болит, нужно заклеить. Да, Софи считает, что это нужно заклеивать, когда шейка болит. На собачку, да, ты хочешь побить? Ну, давай. Очки мы еще не мерили. Действительно, на всех Бигги Пэтс, они же хорошо подходят очки. Ой, какая моднявая у нас собачка. Ребятки, я моднявая собачка. Ваф-ваф-ваф, как там на лапку и нажимать, да? Ну все, ребятки, пока-пока! Не забудьте подписаться на канал Софи Элис. Воф-воф! Пока! Софи, Маша, всем пока! Пока-пока, ребята, пока! Пока-пока!